Сорвавшийся отдых. В Саратове появились пострадавшие от нескольких обанкротившихся российских турфирм. Так, например, одна из клиенток туроператора «Лабиринт», который заявил о прекращении своей деятельности в июле этого года, до сих пор не может получить компенсацию за потерянную путевку. Женщина заключила договор с туроператором за полгода до вылета в Грецию и полностью его оплатила. Поездка была намечена на 13 сентября текущего года, но не состоялась по вине «Лабиринта», который объявил себя банкротом. По словам Натальи Щербаковой, документы для получения компенсации в страховой компании ей помогли собрать представители фирмы банкрота в Саратове. А вот страховщики по сей день отказываются предоставлять пострадавшей информацию о сроках и сумме денежной выплаты, полагающейся ей по закону. Не дали, как вчера обратилась туда, узнать, какова судьба, хотя бы процент, какой мы получим с нашей суммы, потому что сумма для нас не маленькая, мы преподаватели оба, а путевка стоила 107 тысяч, понимаете? Вот, ничего нам сказали. Ну вот вы должны были полететь 13-го, вот после 13-го обращайтесь. Хотя уже пошел второй месяц, считайте, да, как «Лабиринт» прекратил свое существование.